Прокурор края озвучил основные задачи, которые сохранятся перед надзорным ведомством и в текущем году. Приоритетными объектами прокурорской деятельности выступают прежде всего наши пенсионеры, инвалиды, ветераны, несовершеннолетние, многодетные семьи, обманутые дольщики. Пресекались нарушения при использовании государственного и муниципального имущества, перераспределение земельного фонда, бюджетного, антикоррупционного законодательства. История прокуратуры насчитывает 297 лет. Этот институт появился еще при Петре I. Времена с тех пор изменились, но главные задачи остались прежними. Это служение закону, интересам государства и общества. Об этом в своей поздравительной речи сказал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил, что благодаря прокурорам Кубани в регионе усилилась борьба с коррупцией. Неважно, какие погоны, какая должность, какой мундир, тот, кто склонен к коррупции, кто-то не замешан, должен нести заслуженное наказание. Вот 800 нарушений законодательства выявлено в прокуратуре края, 250 человек осуждено. Для меня принципиальная позиция, что тот, кто замешан в коррупции, это доказано однозначно, должен сидеть в тюрьме. Ну, по крайней мере, лишен любых должностей и полномочий. Любых. Самый большой сегодня запрос в обществе – запрос на справедливость. И из чьих бы кабинетов нарушение закона не исходило, оно должно быть пресечено и восстановлено. Торжество закона. Поэтому, невзирая ни на должность, ни на чины, ни на кабинеты, выполняйте свою работу. Совместная работа с прокуратурой позволила добиться значительного прорыва и в решении проблем обманутых дольщиков. В прошлом году уголовные дела возбудили против 200 застройщиков и должностных лиц. Восстановлены права около 40 тысяч граждан.